И снова здравствуйте, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные игры. И сегодня, ребята, мы продолжим играть в великолепнейший Brave Shorties 2. В предыдущей серии, ребята, мы остались о том, что мы дошли уже довольно большую армию, купили себе новых мушкетеров, купили себе аксменов, почти открыли все слоты. Но пока что побеждать мы еще не можем, потому что надо открыть оставшиеся 3 слота, чтобы армия была уже полноценной. И обновить солдат, так как у нас все еще старенькие, не слабенькие достаточно, но для этого надо будет кучу денег. Но если это все мы сделаем, то мы будем просто всех доминировать. Но пока что решил воспользоваться тактикой, которую вы мне написали, ребята. Это поставить побольше монахов. Попробуем поставить. Я уже здесь купил еще одного, третий монах, здесь лучник стоит, которого пока что не буду продавать, пусть он у меня будет. Вдруг ключик выпадет все-таки, плюс один солдат. Не думаю, что стоит его терять. Ну да ладно, пойдем сражаться. А тем временем, ребята, если вам нравится Brave Shorties 2, не забывайте ставить лайки. Больше лайков, больше роликов по Brave Shorties. Кстати, я случайно, походу, выкинул монаха, местами поменял, да? Да, так, обратно. Мне такой вариант не нравится, мне такой вариант совсем не нравится. Так, все окей. А, пошли драться. Да, лайки не забывайте, если вам хочется, чтобы я прошел эту игрушку до конца. Если вам хочется это увидеть. Так, ну давайте попробуем щита начать, посмотрим, насколько дольше он держится. Если реально разница будет супер-мега заметная, то да, щиты стоит покупать, и щиты прям, какая хорошая штука будет. Кстати, я смотрю, что достаточно долго держится щит. Даже очень долго, хотя всего один монах прибавился. Вау, на весь замес хватило одного щита, вот это жесть. Воу, походу реально тактика с 6 монахами будет очень даже неплоха. Ну что, попробуем, мы сэкономили кучу заклинаний, поэтому сейчас можно против вот этой пачки сразу все заюзать. Я думаю, хотя стоп, наверное, слишком круто. Ладно, хотя, пусть. Ух ты, зато все стрелы почти в самого большого прилетели, и мы его довольно быстро вынесли. Так, еще новое золото. Блин, давайте ключики. Ключики или лотерейные билеты. Давайте, ребята. Или артефакты хотя бы. Не надо мне вот этого. Давайте будем клевыми ребятами. И мне клево зарандомится что-нибудь. Игра не будь бякой. Скажем так. Бам! Молния. Блин, щит еще не перезарядился достаточно быстро. Мне бы хотелось, чтобы быстрее щит перезаряжался. Тогда бы мы смогли реально всех уничтожать в пух и в прах. Но если у меня будет щит держаться просто безумное количество времени, и если мы поставим себе 6 монахов, то реально будет просто дичайшая. Так, ну ладно, щит используем, иначе меня здесь раскатают. Может быть, мы даже продержимся благодаря этому щиту до 5-й волны и сможем там победить, кто его знает. Хотелось бы увидеть новых юнитов уже. Надеюсь, следующий юнит будет какой-нибудь бугай или что-нибудь такое, что прям мега имбовое будет по силе, по урону и тому подобное. Но практически щит хватает на весь замес, смотрите-ка. Мы почти не потеряли основных солдат, если посмотреть, то мы потеряли там буквально мелочь какую-то. Воу, я прям, воу, ваша тактика, ребята, реально крутая. Всем спасибо, кто писал мне, чтобы я купил себе побольше монахов. Такс, ну что, 5-я волна, но мы с ней, думаю, справимся. Плюс еще мечи появились, бам-бам-бам. Все, готово, можно даже молнию проюзать. Почему? Зачем экономить, ребята, зачем? Такс, дайте сотку голды, блин. Даже лотерейного билета мне не дадите? Серьезно? Да блин, ты что так это подло? Ладно, тогда я так поступлю. Так, еще армия, еще один монах. Давайте заменим, ну, вот так вот поставим. Так, так, иди отсюда. Оп, оп, теперь 4 монаха. Блин, жесть, насколько сейчас должен спел долго длиться. Ну что, пойдем в ледниковый период, посмотрим, что же там мы сможем провернуть. Сколько сейчас будет щит висеть. Плюс у нас еще артефакт стоит на силу заклинаний, поэтому щит должен держаться еще дольше, по идее. Так, ну ладно. Все, пошла жара. Давайте проюзаем пачку скиллов хотя бы. Самые простые проюзаю. Остальные пока что оставлю. Здесь самые опасные — это эти чуваки, которые кидаются этими чакрамами. Ну их в баню. Пусть они валят отсюда. Побыстрее уничтожайте их. О, щит-то капец как долго держится. Уже 20 секунд, считайте, буквально продержался щит. И да, это неплохо. Плюс у каждого из наших солдат растет урон, что делает их всех полезнее. И это шикарно. Шикарно. Это мне очень нравится. Так, давайте все проюзаем. Давай. О, так, главное добраться быстрее до этих товарищей, которые кидаются храмами этими чертовыми. Блин, сколько же у них хп. Офигеть, насколько они жирные, насколько же они неприятные. Блин, сегодня нос заложило что-то перед записью, и теперь я иногда говорю какие-то странные слова. Хотя это и так делаю, но сейчас я стал это делать еще чаще, потому что мне некомфортно, блин. Ненавижу, когда он закладывает нос. Если вдруг вы думаете, почему я так немножко странненько разговариваю сегодня, то теперь вы знаете. Так, щит.
щит и ПК. Все. Иначе я сейчас его не проюзаю, то меня тут реально уничтожат. Эти чекрамщики просто оборзевшие, ребята. Такие просто дичайшие. Так, что, щит уже упал? Что-то быстро этот раз упал как-то. Это вроде 20... А, я монахов потерял, точно думаю. Что-то быстро пропал. Если монахов-то мы теряем, логично, что... нас начинает щит работать меньше. Так, ну что, хватит мне заклинаний, силы, времени, удачи, чтобы все-таки победить хотя бы этих ребят. Нет, не знаю, посмотрим. Так, давай, 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 я хочу хоть чуть-чуть дальше пройти. Щит, 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 ну блин, не успеет он перезарядиться. Хотя если убить, говорю, этих чекрамщиков, то мы по идее победим. Ну, хотя бы эту волну пройдем. Черт, ну на этот раз сложнее, да, все-таки щит надо бы как-то... поправильнее, наверное, использовать. Хотя, если мы накопим 300 голды еще, то там уже щит будет реально очень долго держаться. Да, отлично, мы прошли еще дальше. Где еще один мой ключ? Ребята, где ключ? Ключ! Ключ в студию! Ну, тут все. Тут мне пипец. Хотя здесь осталось армии, это одно слово. Здесь даже армии вражеской нету. Здесь какие-то просто слабенькие чувачки остались. Ну ладно, че. 3000 силы всего лишь. Будь у меня кто-нибудь покруче, мы бы победили. Ну, в следующий раз. Мы, главное, заработали денежку, это самое главное. Так, заходим сюда. Так, и заходим сюда. Покупаем еще одного монаха. Так, куда бы тебя поставить, только парень? Так, от этого избавляемся. Этого сюда обратно ставим. Даже не знаю, как лучше распределить, на самом деле, войска. Давайте как-нибудь вот так поставим. И я бы еще, блин, даже не знаю. Может, лучников спереди поставить всех? Вот этих вот. А магов подальше, наоборот, чтобы их не убивало. Бомбардир... бомбардье... Давайте вот так, что ли. Наверное, так стоит оставить. Посмотрим так. Ну, уже... 5 монахов у нас получается. Мне писали про тактику 6 монахов. Типа, если у тебя будет 6, то ты будешь вообще неуязвимый. Так, ну ладно, пойдем сражаться с огненными чуваками, с орками и с различными всякими магами. Так... Ну, наверное, на первый заход я щит использую. Давайте посмотрим, сколько он держится. Получается, до этого 20 секунд держался. Сейчас он что, 25 будет день держаться или как? Сейчас мы все узнаем. Всю правду, всю соль. Ну, весь отряд развалили, а щит еще держится. Плохо. Так. Что-то как-то, то ли он как повезет, работает или что. Вроде в прошлый раз 20 секунд держался щит, или мне кажется. В общем, я уже запутался немного. Так. Против этих ребят я все фигану, не хочу церемониться с ними. Хочу как можно больше КП сохранить, как можно больше монахов себе все-таки оставить. Так, да, всего 200 хп потеряли, окей, нормально, круто. Единственное, я не знаю, стакаются ли бонусы от этого, как его. От каждого монаха стакаются ли бонусы? Блин, я уже потерял пачку монахов, это хреново. Не бейте моих монахов, пожалуйста, они очень тоненькие, они очень слабенькие. Их легко задеть и легко обидеть, так что давайте, не трогайте их. Мне они еще понадобятся. Мне 3 секунды, потом можете их убивать. Скорее всего, вы их убьете, потому что лучше сейчас реализовать их по полной. Ну, уже не полная, конечно, картина, потому что кто-то уже убил 2 моих монахов. Грусть, печаль, обида. Ну давайте быстрее, где бомбы-то? Бомбы, бомбы, в бой, бомбы! Все, сейчас закончится щит уже. Или нет? А на этот раз продержал. Что-то такое чувство, что то ли время уже не меняется, то ли что. Ну, в любом случае, мы идем лучше. Идем лучше. Последняя волна, и у меня все скиллы есть. Поэтому, возможно, мы сейчас выиграем даже. Так, бам-ба-бам! Давай, 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 вали, кидай бомбы! На! Чертилы. Все, прошли еще одну локацию. Шикарно. Просто шикарно. Так, что мы выбиваем? Давай ключ. Лотерейный билет. Хоть что-нибудь. Че, где весь дроп-то? Что это такое вообще? Как я должен делать свою армию еще круче, если мне ни денег не дают, ни ключей? Просто жучайшая. И что, игра повисла? Да, у меня плагин отрубило. Сейчас, секунду. Прогресс сохранился. Отлично. Фуф, я уж думал, что сейчас все вылетело, и я потерял прогресс последнего боя. Это было бы очень, не очень, на самом деле. Так, что можно купить? Ух ты, новый маг. А у нас был такой? Ну, то есть, в плане, он только недавно, по-моему, появился, да? Так, окей. Окей, осталось победить последних врагов. Что бы такого придумать? Ну, на самом деле, давайте этих двух все-таки продадим, потому что нам не выпадает прокачка.
И можно купить кого? Кого бы купить-то на самом деле? Давайте еще одного монаха, что делать-то еще? Пока что вроде с ними стало только лучше. Так, и вот этого чувака мы тоже продаем. И вот такой вот у нас отряд получается. Все, больше монахов брать не буду, а то это какой-то монах-отряд. Смысл нам от такого, не знаю. Так, ну сразу щит. Надо держаться. Так, урон надо посмотреть, насколько вырос получается. По идее на 60% сейчас он вырос, да? Ну, должен быть, да. Так, по 120 бьют, вроде бы больше, да? Или нет? Надо как-то получше следить. Бам-бам-бам-бам-бам. По 35, по 45 этим ребятам влетает. Ну, вроде неплохо. Вроде неплохо держимся. Главное, что щит как можно дольше держится. И да, вроде он стал дольше. Да, теперь точно дольше. Оп, и все, на один замес нам хватило. Скиллы сэкономили одним скиллом. О, новая какая-то штука выпала. Это какой-то армор. Интересно. Так, здесь я, наверное, прожму все свои скиллы. Так, и молнию давайте. Все. Я хочу быстрее добраться просто до этих засранцев и быстрее от них все-таки избавиться, от этих чакрамчиков. Слишком уж они читерские, по моему мнению. Не знаю, как по-вашему, но по-моему это просто... О, какая имба. Я таких же бы себе хотел. Но мне нельзя. У меня есть уже мои прекрасные лысенькие бомбардиры. Такс, ну что у нас, скилл? Скилл скоро перезарядится, главное монахов не потерять. Так, с этих ребят, давайте убивайте быстрее, не хочу юзать пока скилл, я хочу оставить его на следующую волну, чтобы мы все-таки продержались. Давай, убивай, все, отлично, пока что не потеряли ни одного монаха, и скиллы уже почти откдшились, поэтому сейчас мы здесь. Четвертая волна самая трудная, пятая получается уже вообще ни о чем, если посмотреть. Ну что, справимся мы или нет без использования скиллов? Я думаю, что большую часть мы сможем уничтожить, по крайней мере, это точно. Хотя здесь чакрамчиков уже мало, самая большая часть, по-моему, на первых волнах по количеству чакрамов. Так, ну да, мы за один щит умудрились справиться. Значит, покупка новых монахов все-таки оправдана. И это очень круто. Спасибо вам, кто писал мне эту подсказку. Благодаря этому мы довольно усердно и упорно движемся вперед. Так, ну здесь можно все юзать, мы всех уничтожим к чертям, пошли вон с моего района, офигеть, там такой залп из мечей был. Ключ! Не дали мне ключ, зато мы сейчас узнаем, какие же новые враги будут и какой же новый юнит должен был появиться. А, нет, пока не появился, получается только маг, последний юнит, ну должен еще кто-то появиться, я не верю, что это все. Тем более на картинке был нарисован какой-то ассасин и типа мы его еще не получили. Так, что там по артефактам? ХП плюс 20%. Вот это неплохо, это стоит взять. Я думаю, силу магов пока... Ну все, вот пусть так и остается. По-моему, это неплохо. Колесо фортуны нам не дропалось. Так, ну давайте заглянем, что за враги у нас новые. Как, насколько же они суровые. Насколько же они опасные. Наверняка кто-то новенький должен был появиться у них. А то что, они всегда одной и той же армии будут драться. Ну здесь пока вроде те же самые чуваки. Поглядим, может под конец появились боссы, потому что вроде как я уже почти все захватил в этой игре. Так, да, щит еще держится, щит долго держится. Надо к этому даже привыкать как-то, что щит так долго держится, потому что до этого я такой думаю, блин, сейчас проюзается и уже к этому времени примерно начинаю новые скиллы готовить. Так, 6700 силы стало, а что так много, я аж вроде даже особо не прокачивался, как по моему мнению. Странно, ну ладно. Так, здесь всех уничтожили, шикарно. Щит почти откдешился. О, лотерейный билет, может, мне хотя бы выпадет. Новенькая классная шмоточка. Надо бомбардиров новых купить было бы. Ох ты, ёперный ты театр, ты кто такой? Носорог, ё-моё! Воу, это босс, что ли? Или кто? Кто? Чё? Нифига себе, он хреначит. У меня скиллов нету, я не был готов к этому. Я не был к этому готов, дайте мне щит скорее. Всё. У него 7000 хп, я так быстро это не пробью. Все, под щитом я еще, может, исправлюсь, но никак не без скиллов. Так, все, надо знать. Теперь третья волна с боссами получается здесь. Если, конечно, дальше не будут появляться чуваки, это боссы. Если так будет, то я офигеть, надо прям реально мега-супер армию, чтобы все-таки побеждать. Ну, хотя бы золото дали неплохо, и щит. А, точно, что это я про 20%? Подумал, откуда у меня столько силы стало? Я же броню делал, она же учитывается, да. Меня переклинило. Так, босса победили. Клево, шикарно, классно, потрясно. Еще и шмоточку новую дали. Надо посмотреть, что за шмоточка.
Но, кстати, увеличение ХП, если еще одно выпало, то я, может, даже заменю скорость атаки на ХПшку, потому что неплохо так дает, если посмотреть по характеристикам. Так, пятая волна, ну, мы должны продержаться, по идее. Так, если не убьют сейчас всех монахов, под щитом мы должны справиться. Если сейчас вытянем, ну не трогайте моих монахов, бейте кого угодно, но не монахов, блин. Черт, ну недолго это будет у нас. Быстрее убивайте этого чертова танка. Пошел вон, все, давайте, давайте, давайте этих магов, все, на шашлыки их. Давай, 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 давай. Ес, мы прошли еще одну волну, как это было неожиданно. На самом деле, я думал, что я проиграю. Ууу, еще один слот открылся, шикарно. Шикарно, шикарно, шикарно. Можно еще раз покрутить рулетку и посмотреть, что же нам выпадет. Так, так, давай ключ. Ключ. Серьезно? Мне дали 100 золота, хотя, если посмотреть, то упало 75. Кривовато, кривовато. Зато у вас 1000 голды. 1000, блин, голды. У меня таких денег пипец как давно не было. Дефенс. Можно еще сделать силу мощнее, но я этого не буду делать. Наверное, или сделаю, черт его знает. В следующей серии узнаете. Да, на этом будем заканчивать, если вам понравилась данная серия. Если понравилось, не забывайте ставить лайки. Пройдем до конца, осталось буквально тут совсем ничего. Думаю, что следующая серия будет последняя. Если вам хочется увидеть, что же чем кончится, не забываем лойсы, это очень важно. Потому что я так узнаю, хочется ли вам дальше или не хочется. Мне все время приходится напоминать, потому что я спрашиваю, кристалл хватит лайки просить. Ах, ладно, и если вы еще не подписались, подписывайтесь на канал, я всегда рад новым подписчикам. Это все, удачи, хорошего настроения, не скучайте, не болейте.